тебе как игроку национальной сборной Украины? Часто ли прилетало за то, что ты говоришь на русском? То самая большая ценность – это человеческая жизнь. Она сейчас немножко изменила вот свое понимание, понятие. Поэтому, к сожалению, то, что происходит, это, ну, это абсолютно ненормальные вещи. По твоему мнению, на сегодняшний день какие существуют, о хорошем понятно, мы это все видим, что-то хорошее, проблемы нашего украинского пляжного футбола? Чемпионаты, количество команд, которые участвуют в этом чемпионате, условия проведения, финансовые моменты, вот вкупе этого всего. Что происходит с нашим пляжным футболом, если даже я прав, или можешь меня поправить, что даже игроки сборной Украины по пляжному футболу, игроки сборной Украины по пляжному футболу не получают за это ни копейки, а многие еще и тратят свои деньги, чтобы подготовиться. Расскажу сейчас казусную историю. Чому Максим не грає на канавках? Чи були пропозиції і від кого? Взгляд изнутри. Стопроцентно ли поддерживают в команде скидка главного тренера Олега Шустова? Религия. Веришь ли ты в Бога и в какого? Я скажу так, что я верю в причинно-следственную связь, карму, реинкарнацию. Пока я ни разу не играл на чемпионате мира по пляжному футболу. Хотя за всю карьеру я выходил на него три раза. Три раза я выходил и ни разу на нем не участвовал. И сейчас мы не поехали, в феврале был чемпионат мира, мы вышли на него. Он был в Арабских Эмиратах, но там участвовали белорусы, и по этому поводу мы не принимали участие в чемпионате мира. Твое отношение к этому? Третий мой заключительный вопрос будет по поводу такой команды, как бразильская команда по пляжному футболу, знаменитым названием «Фламенго». Воїни світла, воїни добра, тьма ворожа підла, дорога стара. Воїни добра, воїни світла, Джарастафарай, вже зоря розквітла. Кращий гравець із пляжного футболу серед чоловіків – це Максим Войток. Я щиро вітаю Максима, насправді заслужив. Ми вітаємо і... Thank you.
в дополнительное время. А вот тут мы коснемся очень много тем. Очень много рубрик будет. И начнем мы с рубрики. Она называется «Фоторубрика». Я показываю тебе фото наших с тобой подписчиков. Угу. На кого подписан ты и кто подписан на меня. Общие. Смотри, у тебя там схема работает. Все четко. Все прослеживаешь. Звонки, сообщения. Все понятно. Четко. Сообщения, кстати, тоже расшифровки есть. Я не удивлен на самом деле. Думаю, что за прослушка последнее время у меня в телефоне. Теперь я понял. Шипи, да? Я показываю тебе фото игрока, человека. Ты говоришь, кто это. Если вспоминаешь быстро, моментально историю, связанную с тобой, рассказываешь. Не вспомнишь, просто кратце характеристики. Простенько. Давай. Поехали. Лёшка. Подопечный мой в Корлеоне. Очень порядочный парень. Хороший футболист. Ну, в принципе, вот в Корлеоне мне нравится то, что ребята все должным образом относятся вот к тренировкам, к играм. Какие-то эмоциональные моменты не всегда присутствуют, но в целом они обучаемые. И вот Лёшка, он такой скромненький парень, но вот в футболе он, конечно, машина, когда вот в тонусе находится. Он, кстати, там же вначале у него не получалось быть на всех играх, он в сбройных силах, в этих структурах, то нам, конечно, его в плане футбола не хватало. Чуть позже он уже больше времени мог уделять проекту Корлеоне. Ну, классный пацан. Женя, курочка. Я, ну так прям лично, ну мы знакомы, там, когда встречаемся, видимся, то здороваемся всегда, но как бы такого прям общения многого там не было. То есть я знаю, это Comfort Light, по-моему, команда была там, где Дима, Медведь, Витя, Цой играли. То есть вот я вот по этим командам помню. Ну так тоже приятный человек, то есть ничего плохого не могу сказать. Денис Хроль. Ну, Денчик – это мастер во все виды футбола. Пока, правда, на пляжном его еще не видел. То есть большой футбол у него очень здорово получается в зале. Такой тоже порядочный пацан, целеустремленный, вот, профессионал. Мара. Помню. Андрей? Андрей, да? Если я не ошибаюсь, КПИ, вот он связано что-то или играл, может, по студенту. Я вот, честно говоря, в плане футбола уже не помню, где пересекались, но тоже человек с футбольных кругов. Нет у меня, скажем, такого тесного какого-то контакта, общения в том плане, чтобы я мог что-то конкретное человеку сказать. Ну, в социальных сетях там друг на друга подписываем, вижу, там он что-то иногда постит, поэтому вот в таком формате общения. Не, ну это известный мастер Ромчик Бак. Классный парень, с чувством юмора, очень умненький такой, как, ну, как человек, понятно, как футзалист, мобильный, креативный, порядочный, машина. Не, ну это легенда. Мирослав Ипосняк. Это тот случай, когда вот трудолюбие решает многое. То есть она вот благодаря, может, не имея того какого-то большого таланта, да, я сейчас за пляжный футбол говорю, но имея цель, желание, стремление и делая для этого все, вот это то, что позволяет ей быть на хорошем уровне, отдаваться полностью этому виду спорта и вот получать вот такую обратную связь в виде побед, в виде узнаваемости, ну, что говорить, celebrity. А этот celebrity? Вовчик, ну, мне иногда кажется, что он проплатил, потому что в каждой передаче, по-моему, ты о нем говоришь. Ну, это
как бы просто еще один повод о нем вспомнить, поговорить. Вовчик классный пацан, вот всегда приятно с ним пообщаться, адекватный, спокойный, можно на любые темы с ним порассуждать. Вот, сильный как вратарь, интересный как личность. Вот такие моменты могу. Становитесь донатерами канала, и вы будете тоже у меня часто, как Вова. Но мне Вова не платил, если что. Поэтому он о нем мало сказал. Но главное. Да. Друзья, теперь каждый мой подписчик в Инстаграме, коими вы и являетесь, сможет попасть ко мне в программу с СОИщим. Для этого вам ничего не нужно делать. Я буду сам выбирать одного из вас и вставлять в одну из рубрик программы под названием «Фоторубрика». Показывая вашу фотографию, мои герои будут рассказывать о вас и высказывать свое мнение. Подрубрика называется «Инстажизнь». Маленькие твои эпизоды с Инстаграма, что у тебя было в жизни. Какие-то такие более очень смешные. Интересно, сейчас хоть напомнишь, да. Что там. Я тебе показываю эпизод, а ты рассказываешь, что это было. Можешь коротко, можешь быстро, как хочешь. Это, по-моему, первая фотка в Инстаграме моя. А это финальная часть чемпионата Европы 2015 год. Эстония, Пярно, когда мы стали серебряными призерами чемпионата Европы в финале как раз в том с португальцами, когда нам сирена и забивают гол, то есть там второе касание, неразбериха, в общем счет 4-4 ничья, там должно быть дополнительное время, в общем судья принимает решение, что гол засчитан, в общем 5-4, такая вот история. И это как раз вот тот турнир, мы с Тариком Коваленко жили в номере, кстати, часто и там, до этого, когда были и там, в Хите, и до этого там в Униспорте. Вообще впервые мы в Униспорте с ним познакомились, мы в одной группе учились. И первая фотка для Инстаграма, как по мне, еще такая. Тоже одна из первых. Таран, теперь ты проплатил или что? Это на концерте Океана Эльзы, да. То есть мы с Тариками, друзьями пошли на концерт. Милая. Да, да. Но это был вызов. Знаешь, на то время челлендж такой был. Если ты лайкнул фотку какую-то черно-белую, то я того не знаю, лайкнул. И мне пишут, теперь твоя очередь выставлять черно-белую фотку. Ну, надо так надо. Тем более есть хорошая фотография, чего ж не выставить. Опять ставьте. А, Серик Журба. Это мастер. Это была футбольные зерки Украины церемония. Я впервые, это 17-й год, я попал в номинацию тройку лучших игроков по пляжному футболу, а Серик Журба по футзалу. И он выиграл в этот год. И в следующий, по-моему, тоже два подряд выиграл. Я на тот момент, тогда Олежка Зборовский получил награду. И мы вот там встретились с Эриком, сфоткались. Так классно, атмосфера. Понравилось все. И для меня был повод поздравить его. А, ну это, кстати, продаю, если надо, серфы. Это Назаре. Место, куда хочется постоянно возвращаться. Это уже такая мека стала пляжного футбола. То есть Евролиги, Лиги чемпионов, там последние лет 8, если не больше, ну где-то так, наверное, проводится вот в Назаре. Место, где самые большие волны в мире. Не в летний период, больше это с осени, там, осень-зима. Но, тем не менее, красиво. И это там есть маяк, где такой мини-музей серферов. Вот в нем сфотографировался. Ты катаешься? Еще не катался. Девчонки, кстати, со сборной нашей катались. Я помню, снимал на телефон. У них это достаточно хорошо, как для первого раза получалось. И у меня вот это желание есть, остается. И вот хочу. Ну, видишь, волн нету, так бы сейчас начал бы. Но хочу. Хочу вот следующую возможность использовать для этого. Да, есть такое. Друг мне сделал подарок на день рождения. Мы поехали кататься на мотоциклах. Эндуро. Ну,
прикольно было, интересно. То есть я не могу сказать, что это какой-то супер там экстрим был, то есть это в такой лайтовой обстановке, но приятно было провести вот время, какое-то такое ощущение скорости, контроля. Не падать? Без фанатизма. Там песочные были такие места, где где-то немножко заносило, то где-то, конечно, какие-то моменты такие были. Ну, ты же знаешь, песок, пляжный футбол, главное успеть скоординироваться, неважно, мяч или мотоцикл там. Что по взгляду за... что-то интересное. Что это за талант? На минималках. Свадьбы, корпоративы, дни рождения. Пожалуйста, обращайтесь. Да, это одно из таких моих хобби, интересов. Когда есть свободная минутка, вот люблю собраться с друзьями, взять гитару, не играть, потому что все сразу уйдут, просто подержать в руках. Не, вот немножко практикую, так для души мне, конечно, заходит эта тема. Иногда могу. Да. А тут песня нравилась и захотелось вот выучить. Вроде получилось неплохо, как для дилетанта. А, ну, тут пришло, да, время уже мое. Это та номинация, о которой мы ранее говорили, «Футбольные зерки», но это уже 20-й год, по-моему. За сезон 20-го года. Победа в номинации «Лучший игрок года». Приятно получить. Это не делает меня там, или не ставит меня выше кого-то, или ниже. Это, знаешь, для меня любая награда, это всегда... обратная связь, показатель твоих усилий, стараний, тех людей, которые рядом с тобой, твоего вдохновения, отношения к делу, отношения к партнеру. Поэтому всегда такие моменты, они вот добавляют стимула двигаться дальше. Приятно. Подрубрика называется «Вопрос выпуска». Разные темы, актуальные на сегодняшний день, поднимаю. Как правило, такие какие-то серьезные, но в этот раз она, наверное, тема там одна из первых, которые сейчас по всей стране многие обговаривают. Простой вопрос. Твое отношение к теме сегодняшней мобилизации? Мне кажется, это некорректно. Неэтично. Вообще то, что все происходит, это негуманно, мягко говоря. Поэтому какое мое может быть отношение? Разное. Есть люди, которые считают, воевать должны. Конечно, сегодня война. А есть кто-то говорит, а зачем брать ребят, которые ничего не могут, не умеют, перепуганы из-за шкирки. И пускают учение, там идет неделя-две, их туда, и они там живут месяц-два. Ну, поэтому вот такие истории, когда кто-то рассказывает, и люди начинают задумываться, зачем оно, да, то есть по истечении уже определенного срока времени люди по-другому смотрят на эти все процессы, когда в начале войны там очередя были и говорили, что вы сюда пришли, там и так хватает, идите, то сейчас, ну, немножко отношение к этому происходящему меняется. И... скажем, выражение, что самая большая ценность – это человеческая жизнь, она сейчас немножко изменила вот свое понимание, понятие. Поэтому, к сожалению, то, что происходит, это, ну, это абсолютно ненормальные вещи. И нужно находить варианты, которые вот… Опять мы рассуждаем, это на практике, конечно, не так все легко, но нужно искать… возможность так, чтобы человеческие жизни сохранялись. Понятно, что создаются условия, при которых ты не можешь не реагировать. Но вот в этом и задача. Волшебство. Ты человек, который принимает решение, вот как ты скажешь, так и будет. Как нужно сегодня пополнить ряды воинами на фронте? Вот, Максим, как ты считаешь, что нужно сделать? Вот твое решение. Как бы ты мобилизацию сделал правильно и, как ты говоришь, гуманно? Знаешь, я не компетентен
в этом вопросе, чтобы что-то рекомендовать. Я могу вот только говорить о том, что всяческими путями нужно искать возможность для того, чтобы это решить так, и чтобы это было максимально, ну, не то чтобы экологично, а, ну, чтобы ценность жизни человека, она была во главе, а не так, что это тебя отправляют на мясорубку под соусом патриотизма и всего остального, что чему не на фронте, знаешь, то есть это нездоровая штука, когда тебя забирают посреди улицы, там, в бус, вывозят и отправляют куда-то. То есть вот это нездоровая штука. Поэтому этот вопрос, он сложный на самом деле. Я не знаю, как сделать так, чтобы это было, потому что, я говорю, сейчас вот мотивация людей, она может быть другая. Потому что прошло уже определенное время, где люди немножко тоже по-другому на это смотрят. И как это все происходит? Сделать, я не знаю, потому что создаются те условия, при которых ты не сможешь, реагировать, не сможешь на это просто так вот закрывать глаза однозначно. То же самое, если к тебе там пришли в дом, ты не сможешь, ну, ребят, ну, давайте там как-то там по-мирному, если там тебе, да, с оружием. То есть ты будешь защищать, и это абсолютно нормально, и так должно быть. Вопрос вот на том уровне, что можно сделать для того, чтобы это все прекратилось. Вот здесь вопрос. И делается ли все для того, чтобы это сделать? Или может быть в другом задача? Подрубрика называется «5 запретных тем, о которых не принято говорить». Но мы, конечно, поговорим на них. Начнем. А вот то, что мы только что говорили. Политик. За кого ты голосовал на последних выборах? Я не голосовал, ни за кого не голосовал. Я пришел на выборы, но я испортил бюллетень. То есть, там, я не помню, или против всех, или просто там перечеркнул. И вот так. Почему? Вот. Ну, вот так почувствовал на тот момент, что не откликается. Чтобы кому-то, да, вот отдать свой голос. Вот так. Я пошел принципиально, чтобы, если я не пойду, то это кто-то может там, если там это действительно так все происходит, что все голоса считаются и проверяются, то просто вот, чтобы уже был как бы вот такой формат, что там ни за кого. А до этого? Не голосовал. Тоже. Ты знаешь, я не часто попадал как-то на выборы, но вот это из последних, то, что ты спросил, вот это я четко помню. Религия. Веришь ли ты в Бога и в какого? Ну, я скажу так, что я верю в причинно-следственную связь, карму, реинкарнацию. Верю, что есть некая сила, которая, ну, над нами. Поэтому вот так вот. Ну, то есть Бога ты не веришь, веришь в какую-то вот силу, которая есть. Ты можешь называть это Богом, ты можешь называть это Абсолютом, ты можешь называть это энергией, еще каким-то образом. Смысл от этого не меняется. Опять же, тоже религия — это пальцы одной руки и, знаешь, тоже придуманная, возможно, людьми там для каких-то тоже, если взять тоже Библию в изначальном ее как бы виде, то я думаю, что она может сильно отличаться от того формата, в котором она сейчас. Потому что часто они там могли переписываться под то правительство, которое там было ранее. То есть информация могла искажаться. Поэтому религия, знаешь, моя проста. Будь как бы честен самим собой, поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобой. То есть если, знаешь, люди живут в разделении и эгоцентризме, это уже как бы наводит сомнения. То есть если идет какое-то соперничество, ага, вот мы такие, вы такие, то есть это уже не объединяющих моментах. По большому счету, вот, каждый из нас, вот если мы обратимся, то в первую очередь это мы душа, а потом все остальное. То есть национальность,
вероисповедание, все остальное, то есть это уже моменты другие, и как бы кто-то может использовать это именно для того, чтобы разделять людей, а не наоборот объединять. Поэтому... Твое мнение, как часто показывает практика, оно у всех разное. Твое мнение, откуда появился человек? Не знаю. Творец создал по образу и подобию твоему. Вот мы тоже творцы в своем начале. То есть у нас есть право творить, да? Мы не пришли сюда, там, как знаешь, вот часто в христианстве, я ни в коем случае не хочу кого-то обидеть, там, рабы и все остальное, вот этот рабовладельческий, да, устав, что мы там пришли как наказание жизни или еще что-то. Я верю в то, что, знаешь, рай и ад, он может существовать вот сейчас здесь на земле, да. То есть вопрос тоже нашего отношения к жизни, наших привычек, нашего образа жизни, это все влияет на наше ощущение себя вот здесь. Поэтому я думаю, что Творец сотворил по образу и подобию своему. А как это технически было? Технически не важно. Не знаю. Творец сотворил. Да, Творец. Ты можешь назвать это как Бог, Абсолют, энергия, да, вот как-то так. Да. Никаких церковных праздников ты не отмечаешь. Почему? Не, раньше я отмечал, раньше я там и на крещение мог пойти покупаться. Сейчас у меня уже другое мировоззрение в этом плане. Поэтому прям там ходить в храм постоянно каждое там, воскресенье, у меня такого нет. Я могу зайти и там мне нравится там, как что-то выглядит, красиво, там атмосфера, послушать. Ну, вот с этой позиции, потому что ну, ты можешь обращаться напрямую во Вселенную, к Богу, то есть не через посредников. И это, то есть, знаешь, у Бога, там, Творца, Абсолюта, нету других рук, кроме наших, да, то есть и почему бы не пользоваться. Вот, реинкарнация, да. Это переселение душ, да, правильно? Ну, да. А почему ты к этому пришел, почему ты в это веришь, и вот на чем основана это твоя вера? Мне это откликается, вот я так чувствую. То есть, знаешь, Вселенная — это ж не что-то неупорядоченное такое, да, какое-то рандомное явление, да. На самом деле здесь все очень упорядочено, то есть вот, не знаю, птицы там прилетают, улетают, то есть солнце встает, заходит, то есть какая-то последовательность, и также люди рождаются в определенных семьях, с определенными жизненными ситуациями, в определенных условиях, на определенных континентах. То есть это же тоже не просто так. Что-то, возможно, этому предшествовало, да. То есть, поэтому все это мне как бы направляет на то, что есть вот этот процесс. И вот так вот. Но мы не помним, кто мы были. Ну, это что? Я думаю, что возможность есть такая через определенные практики. Но изначально, да, это может не так доступно становится. Изначально не так доступно. Питання мови. Як ти відносишся до того, що зараз потрібно усім переходити на українську мову, бо російська мова – це мова агресора? В том виде, в котором это сейчас подается, это опять-таки все приводит к разделению общества. Возможно, в этом и есть как бы цель определенная, там, не знаю. Но я скажу так, что важно знать свой род, свои традиции, свою мову, да. То есть государственные учреждения вот на украинской мове — это классно. То есть понимать свои корни — это нужно. И при этом это ж не значит, что какая-то другая мова там, она какая-то не такая. Нет, просто все мы разные, и вот у нас вот это. То есть мы чтим традиции свои, мы там чтим, как это все
происходило, да, но это же не значит, что мы с кем-то там соперничаем, а у кого там лучше, у кого-то хуже. То, что происходит сейчас, это, мое мнение, это разделение специально делается. Вот и все, чтобы дергать за ниточки для каких-то определенных своих целей. Помню, в Инфизе еще учился, и у нас иностранцы, там пару человек было в группе. И как-то перемена, подходит один иностранец и там спрашивает: ребят, а я вот слышу, вот у вас постоянно, на тренировке вот вчера был тоже вот это слово, а там мат. Говорит, вот, а что это значит? Ну, он мог там по-русски пару слов там сказать и понимать. И одногруппник его так обнимает за плечо, руку на плечо ложит. Ну, как тебе сказать? Ну, в общем, это когда плохо. Он такой: а, понял. Пошел он сдавать зачет. А там, такая женщина, кандидат наук, ну, супер, в общем. И что-то у него не идет. Она говорит, дает ему зачетку, типа, придешь в другой раз. И он берет такую зачетку и ей. В общем, у него немножко затянулось потом сессия, да, ну, вот такая вот история была. Сам того не понимая, вот выразился, да. Поэтому очень важно знать вот свой язык, это тоже как код нации, и вот, чтить традиции, понимать свои корни. Но при этом, я же говорю, это не значит, что ты с кем-то соперничаешь, кто лучше, кто хуже. В жизни ты разговариваешь на русском? Сейчас по-разному, но чаще в кругах, где на русском, я общаюсь на русском. В кругах, где украинская мова, я размовляю на украинской мове. Где там работаю, то я на мове, на якій зручно там людині. Тебе, как игроку национальной сборной Украины, часто ли прилетало за то, что ты говоришь на русском? Я інтерв'ю і всі ці речі на українській мові даю за збірну Україну. І це абсолютно нормально, я рахую. А так, є же хейтери, Максим. Хейтери. Ну, опять же ж таки, так то, к чому ми возвращаємося, для чого це делається і все остальне. Тобто, а так, в збірній на українській мові вообще з удовольствием. Ну, взагалі, українська мова дуже голозвучна, співуча, чому. Личная жизнь. Есть ли у тебя сейчас девушка, жена? Я дети? Сейчас не в отношениях. Нет. Ты сейчас сам? Ну, да. Да. Не в отношениях. То есть вот так. Не в отношениях. Ну и самый важный вопрос. Нелюбимых гостей. Сколько на сегодняшний день ты зарабатываешь денег и на чем? И перед тем, как ты ответишь, подумаешь, как ответить, я хочу спросить у тебя, я специально не спрашивал во втором, в первом тайме. Ты не упомянул, а я знаю, многие знают, ты работаешь еще фитнес-тренером. Да, с недавнего времени. Расскажи, как ты к этому пришел. То, в принципе, мне эта тема всегда интересна была. Я тебе даже больше расскажу. Вот, впервые я еще в школе учился, это 11 класс. Еще до того, как я там интересовался поступлением, там, когда футзал планировал играть, да, там на базе Инфиза команда, когда вначале проговаривали, я еще в школьное время думал: так, а куда же я хочу? И вот мне тема фитнеса тогда заинтересовала. Я ездил в Инфиз, там, узнавал, что нужно для того, чтобы стать фитнес-тренером, на какой факультет. То есть эта тема еще с тех времен мне была интересна. Ну, сейчас, ведя даже свою профессиональную спортивную деятельность, то есть ты параллельно многие моменты на себе изучаешь, берешь от тренеров, и вот этот определенный стиль жизни, да, там тренировки, физические упражнения. И сейчас так сложились обстоятельства, что появилась возможность попробовать вот полноценно окунуться в эту тему. Плюс по пляжному футболу отменились турниры, это сразу смена графика, распорядка, то есть нужно было что-то решать, и вот оно так сложилось, что вот с
ноября месяца я вот уже работаю еще фитнес-тренером. Хотя до этого я тоже там и обучение разное проходил. А как можно стать фитнес-тренером, если на это особо там не учился специально? Ну, я как раз учился. Специально? Ну, я, во-первых, учился в инфизе, потом в педагогическом на спортивном факультете. Плюс к этому заканчивал ряд других курсов. И вот последние там в апреле закончил конкретно по фитнес-направлению. Там аккредитация есть персонального тренера международная, которая позволяет мне и тренировать и здесь, и где-то в других местах, не только Левобережка и Правый берег. Ну, я шучу. Помимо как бы Украины и в других странах, где есть как бы аккредитация этого диплома. А так, сейчас это все доступно, главное желание. Можно в кратчайшие сроки. Но это ж не значит, что ты пришел и уже сразу там все знаешь. То есть это постоянный процесс. Нету какого-то предела. То есть ты постоянно изучаешь, углубляешься, там, тестишь на себе какие-то моменты. На эту тему задам дальше вопросы. Возвращаемся к теме денег. На сегодняшний день, если взять все, там, футбол, работу, то 50 плюс я зарабатываю. Работа – это фитнес-тренер? Ну, да. Да, я так называю. это скидка? Ну, тренерская работа еще у меня есть. Команды, которые тренируют. Ну, давай сейчас, да. Я хотел дальше, давай сейчас. Ты сейчас являешься тоже и тренером. Ты тренируешь команду Корлеоне? Скажу так, да, тренирую. Сейчас просто сложились обстоятельства, которые пока открыт вопрос насчет дальнейшего там... Сотрудничества. Не сотрудничества, а, ну, скажем, существование дальше на следующий футзальный сезон. Будет, не будет. Ну, то есть, как бы, сейчас пока пауза. Там уже ближе к осени что-то будет. То есть непонятно, будет ли играть Корлеоне дальше. Ну, мы сейчас живем в такое время, что сложно планировать там на завтра. Поэтому будет классно, нет? Ну, такое может быть, может быть. Поэтому сейчас 18-го все может быть. Сейчас просто вот на данный момент пауза. Пауза. Поэтому, да. А так, да, тренировал. До, вот закончился сезон, все, пауза. Работа фитнес-тренером и игрок команды скидка 50+. Ну, плюс я еще работаю индивидуальным тренером по футболу. Есть у меня ребята, которые с детьми. Персональные с детьми. Тренировки. Да, да, да. Сейчас я буду выпатывать, и он еще что-то расскажет. Это все, наверное. В Киеве? Да, да, да. Ну, так тебе, что такое индивидуально? Это приводит ребенка простыми словами. Да. И говорят, научите играть в футбол. Ну, есть там желание там дополнительно тренироваться. Вот они ко мне обращаются, я приезжаю, их тренирую. И... Правильно бить, правильно давать пас там, ну, да? Начиная с азов, в зависимости, да, от пожеланий и исходных данных ребенка. Ну что? Ну, не только ребенка, еще взрослые, да. И взрослых тоже. Ну, да, то есть любого возраста. Может обратиться уже более зрелого там возраста или профессиональных команд каких-то с большого. То есть не ограничиваемся возрастом. Хочу предложить вам становиться донатерами моего канала «Сысоевщина». Мой канал я создаю все время своими силами, и мне нужна ваша поддержка для дальнейшего успешного его развития. Донатя, вы выбираете себе автоматически так называемую позицию в команде «Сысоевщина». Вы будете получать свои привилегии для каждой позиции. Быть в тайном чате, где будете первыми узнавать новости канала. Узнавать будущих гостей. Сможете им инкогнито передавать ваши вопросы для рубрики. Участвовать в голосовании в выборе гостя, а также сами решать, кто будет следующим гостем. Жду вас всех в команде «Сысоевщина». Рубрика «Вопросы от зрителей». Парочку тебе приплыло. Были два вопроса юморных, связанные со мной. Я их не хотел задавать, но мне сказали, требуем. Иначе, требуем подкола. Иначе что? Доната не будет. Доната не будет, да. Поэтому я их задам. Поехали. Это
Сысоевщина виноват, что вы не выиграли ни одной игры, пока он с вами проводил двухнедельные съемки. Нет, это просто стечение обстоятельств. Я, если помнишь, тебе еще тогда сказал, ты сам начал в эту степень клонить. Не, на самом деле это стечение обстоятельств, и вот так сложилось. Вот у нас такая полоса, тогда, ну, что ты сделаешь? Ups and downs. Это не я. Да, не наезжайте. Я видел, как он тренируется с нами, он старался, и как бы никакие, скажем, негативные коррективы не пытался вносить в процесс. Максим, это второй вопрос был. Уже ответил, да? Почему после тренировки в скидке с Исоевым не подписали контракт? Настолько он плох? Не, он очень дорогой, поэтому собираем бюджет пока. Ты что, номер карты не писал? Нет. Внизу нигде? Да, поэтому дорогой парень, надо подключать еще ресурс дополнительно. Ой. Ну, поехали. А, это значит так, предразминка. Да. Хорошо. Чи були пропозиції від клубів екстраліги? Якщо було, то яких? Маю на увазі після повномасштабного вторгнення. Нет, после повномасштабного вторгнення не было. Я играл в пляжный и вот на чемпионат Киева. На чемпионат Киева, да, там из других команд были предложения, а в экстралигу нет. А ты до войны было, да, а после нет. Чому Максим не грає на канавках? Чи були пропозиції і від кого? Були. І пару раз іграв. Видимо, не заметили. Ну, я как бы не сторонник вот этих всех игр, потому что, ну, когда чего-то много, ты уже не получаешь от этого удовольствия, да, и там, особенно когда пляжный сезон, то я стараюсь только на песке там, играть, тренироваться и быть сфокусированным на этом, то есть многозадачность мне не сильно, значит, заходит, поэтому тут важно приоритеты расставлять, то есть есть команда, которая там вот мне делает условия, и она играет, допустим, в чемпионате там, Киева, высшая лига. То есть мне важно вот, тоже со своей стороны делать все, скажем, выполнять те обязательства для того, чтобы мы могли там, сотрудничать. Поэтому если какие-то моменты там дополнительные появляются, то я уже думаю, надо оно мне или не надо. Если это что-то интересное, и это турнир такой, где... Ну, ты понимаешь, что там уровень тоже как бы неплохой, и футзалисты играют, то, ну, может, можно туда посмотреть в сторону и принять решение, играть, не играть. А если это там, где приезжают с разных там, видов футбола большие, там, ну, там уже вопрос, надо или не надо, ну, более актуальный становится. Когда тебя звали за эти команды, ты говоришь, играл? За суммы. Какие? А? Ну, за ты какие? Говоришь, меня звали, просто не увидели, что я играл. Не, я играл. Это там точечно было там пару раз. Какие-то, может, выездные турниры. Ну, я даже не... Ты хочешь спросить суммы, какие платили? Вот лично тебе какие предлагали суммы? Слушай, это... 500 тысяч, полторы. Не, ну там был однодневный турнир. Вот из последних, да. Там вот побольше было, чем ты сейчас сказал. Ну, то есть... Было за что, да. И на тот момент ничего, никаких игр не было, никаких чемпионатов. То есть это Но это не так, что вот идет там любой чемпионат в Киеве, ты знаешь, есть аматорский. И тебе, Максим, приезжай на игру, надо, ты нам нужен сегодня или завтра. То есть это не так было. Это на турнир был однодневный. Не, это было, что там через неделю турнир, вот есть нужен. Такой вот вариант, интересно, неинтересно. Не на игру. Ну, это вот конкретно за этот случай это был однодневный турнир, несколько игр там было, все. Вот. Такая-то вот сумма. Взгляд изнутри. Стопроцентно ли поддерживают в команде скидка главного тренера Олега Шуста? Я думаю, что да. Какие-то моменты они всегда могут
разногласий быть, тем более в командных видах спорта, да, но всегда какие-то общие знаменатели находятся, и нету никаких моментов лишних или какого-то, знаешь, что кто-то яблоко раздора какое-то дает. То есть мы относимся уважительно к тренеру, и тренер также к нам. То есть у нас всегда коммуникация на нормальном уровне. Ну, ты можешь поделиться своим видением, ты был в середине команды. То есть... Твое личное мнение. Тебе больше импонирует тренер, вот как Олег, спокойный, вревноваженный, в тот период, пока был с вами я. Либо больше импульсивный, типа вот Вячеслава Листопада. Кстати, я с Листопадом Вячеславом тоже и играли, и под руководством был. Он же одно время в Киев в Униспорте у нас был тренером. И вспоминаю его, ну, классное время было. Он в плане футбола многое дал нам. И по отношению никаких на тот момент у меня вопросов не было. Ну, сейчас, понятное дело, мы там в разных коллективах находимся. Поэтому Олег, он, я помню его еще как футболиста, мы же вместе получилось сыграть. В свое время я еще на бизнес-лигу играл за Белугу. Николай Петрович Костенко тренер был, и тогда в этой команде там, ну, все поигравшие опытные ребята были. Там Олег, Шуст, Тарас, Шпичка, Листопад, Слава, Шайтанов, Олег, там Чепарнюк, Серый, Корничук, Короновский, ну, Макс Максименко, то есть Костя Власенко, ну, то есть весь футзальный бомонд. И то есть как игрок он был, ну, более такой эмоциональный, да, то есть я так могу сравнить. Как тренер он другой, это чувствуется, и видно, как он, знаешь, контролирует себя, и он сам, я думаю, это, ну, прекрасно понимает, что уже другая роль, то есть быть тренером, это нужно где-то игрока внутреннего своего уже немножко приглушить, и он, ну, в этом плане справляется. Бывают какие-то эмоциональные вещи, но там ситуации такие, что сложно сдержаться. В целом старается себя абсолютно, знаешь, так, скажем, не поддаваться сильно эмоционально. Поэтому что ближе? Ну, мне ближе, когда тренер контролирует ситуацию, когда он адекватно реагирует. То есть это не тогда, когда он там что-то может кричать игроку, там переходить на личности. В общем, там уже не о футболе речь, а какие-то там другие вещи. То есть мне нравится, когда вот тренер, он может взглянуть на ситуацию со стороны. То есть он понимает, что ага, так. Его сейчас слово, его решение, оно может повлиять на исход того, что вот происходит. И умение чувствовать коллектив, умение чувствовать игрока, что одному игроку можно сказать, что нельзя, да, что может его наоборот как бы вдохновить, а что он может наоборот приглушить вот это. То есть отношение в первую очередь как к игроку, как к личности, а не просто там как к роботу, который там выполняет определенные действия, и задача это только результат любой ценой. Да, вот это мне ближе. Встречаю ли я это постоянно? Ну, возможно, нет, но во всяком случае у меня такие истории есть, чему я очень рад. Насколько в команде важна дружественная атмосфера? Либо для достижения результата это не важно? Конечно, важно. Любая команда, даже если это не футбол, может, это какая-то работа там, это всегда взаимодействие некоторых или там группы людей, или многих людей. То есть как они между собой находят общий язык, а в спорте это все перекладывается на площадку. То есть быт, площадка, это тоже тесно взаимосвязано, и микроклимат, он определяющий. То есть ты можешь быть не супер там мастеровитой командой, но за счет какой-то сплоченности, единства, самоотдачи, желания, ты можешь определенные вещи компенсировать, и это тоже может давать результат. Но
тут важен сам процесс, то есть не конечная цель. А результат — это всегда как побочный эффект от действий, которые там происходили. Поэтому вот это такой постоянный, скажем, процесс, требующий усилий каждого со своей стороны. Это как в костер. Если дрова подбрасывать, он горит. Если ты будешь, да, каждый там подошел, разобрал там себе что-то отдельно, то, ну, как бы потухнет быстренько. Поэтому в команде это всегда вот момент взаимодействия, это атмосфера, это энергия. То есть это вот такое чувство локтя, плеча, вот партнера. Вот это работа в команде, это о ценностях в первую очередь, то есть в моем понимании. То есть это взгляды на жизнь, это интересы, вот это то, что вас объединяет. Или если это что-то, то, что не объединяет, как вы находите вот точки, да, вот эти соприкосновения, как вы готовы идти на уступки или как вы договариваетесь. То есть вот это вот все, оно влияет на то, что происходит потом на площадке. Сложно, если внутри кто-то грызется, потом ты с ним выходишь на площадку и достигать какого-то результата. Ну, наверное, и удовольствия немного. Возможно, такие случаи есть. Может. Но если в долгую рассматривать, то думаю, это... Скидки надо. Дружная атмосфера? Да. Ты что, еще не понял? Я не могу понять. Слушай, не выпуск посмотрел, 3,5 тысячи. Так, 3 тренировки было мало, да? А не 23 тысячи, поэтому кто-то, наверное, не видел. Нет, дружнее. Считаешь ли ты себя вальяжным в футзале и согласен ли, что бывали игры в этом сезоне за скидку, когда ты не отдавался на паркете по только тебе известным причинам? Нет, я себя не считаю вальяжным. Я всегда должным образом отношусь и к тренировкам, и к играм, и стараюсь делать все зависящее от меня в тех условиях, в которых нахожусь, в тот момент, где я. То есть, если я там чувствую, что меня что-то беспокоит, тревожит, это я обязательно об этом скажу, чтобы тренер понимал, что вот есть вот такая-то вот история или еще что-то. Ну, в целом, каких-то таких моментов я однозначно не знаю. Как часто подкалывают за твой флегматизм? А что вкладывают в понятие флегматизм? Мне просто интересно. Спокойствие? Наверное. Я могу быть разным чего, в зависимости от ситуации. Ну, вот подколол, наверное, кто-то. Вот подколол, наверное, кто-то. Но нет у меня таких историй. Ты знаешь, что? Если подумаешь. Если это Владик? Не знаю. Владик, готовься. Даже если это не ты, все равно готовься. Два-три игрока, которые, по твоему мнению, с нового сезона смогли бы усилить скидку и помочь в достижении чемпионства. Ну, Зеки со сборной Португалии. Так вроде подходит. Два-три игрока, которые могли усилить. Да, да. Ну, это есть кому решать эти вопросы. Ну, я понял, тебя же спросили. Я понимаю. Я сейчас скажу, а потом... Ну, это как твои любимые игроки. Кого ты симпатизируешь. Наверное, так больше будет. Со сборной Португалии... Нет, давай Киев возьмем. Слушай, ну в Киеве действительно много интересных игроков. И сейчас троих назовешь, знаешь, остальные обидятся. Не, не будем троих выбирать. Одного. Одного еще. Ну все же понимают, что вопрос. Три. Три игрока. Хорошо. Любая позиция, да? Любая. Наверное. Просто все заняты у нас позиции. Ну я скажу так. Он был у нас, потом... перешел в другую команду, Ярик Заворотний. Вот. Ванька Глуцкий, вот он, знаешь, и такой душа компании, вот в коллективе всегда вот атмосферу создает и на поле. Тоже много чего полезного действует. Ну, Юрчика Щирицу можно. Ну, пока ладно, не будем его трогать. Но
мы его всегда рады видеть в наших коллективах. Слабые и сильные качества пляжных тренеров, которые у тебя были? Ну, сильные качества – это умение принимать решения в каких-то критических ситуациях, находить нужные слова, возможность по ходу игры менять какие-то тактические моменты, чувствовать вот коллектив. Вот, наверное, я это выделю. Ну и такая организованность, самодисциплина конкретно тренера. По негативным качествам, ну, наверное, выделю излишнюю импульсивность и авторитарный такой стиль общения. Вот такой. Это сегодняшний тренер? Нет, ты же спросил вообще за все время. Вот то, что было, какие там были ситуации, вот эти качества, вот я так разделил бы. Авторитарный — это что? Это приказной такой, деспот? Ну, типа того, да, вот в таком плане. Там, в более или менее жесткой, скажем, формате. Два вообще лайтовых оставил наконец, чтобы красиво эту рубрику закончить. Расскажи про свои награды. Вопрос стоит так, а я добавлю от себя. Расскажи, ты не рассказал сам ввиду, наверное, скромности, я не спросил специально, знаю о том, что этот вопрос будет. У тебя есть личные индивидуальные награды, разные. Ты уже об одной мы уже сказали. Лучший пляжный игрок этот сезон. Но у тебя помимо этого есть и другие награды. Расскажи. И от себя. Какими ты гордишься больше, какими меньше? Ценные, возможно. Именно личные? Да, или личные. То, что с командой удалось тоже достигнуть? Какие-то значимые достижения? Расскажи про свои награды. Про свои. Ну, то есть это в процессе своей карьеры, да, и командные тоже. Ну, одни из таких значимых для меня — это, конечно, победа на чемпионате Европы. Как я уже вспоминал ранее, там 2015 год, когда мы второе место заняли, да, и потом в 2016 году тот же финал с португальцами, но уже в нашу пользу. Это, ну, такие переживания, эмоции на всю жизнь. Награда, которую мы ранее обсуждали, это игрок года. Помимо этого, ну, индивидуальные, это MVP чемпионата Украины, там 3 раза, помню, было. Также это бронза чемпионата мира клубного в составе Фламенго. Кроме этого, финалист Кубка Украины по футзалу. 2 раза тоже. Кстати, расскажу сейчас казусную одну историю. Вот. Финал Кубка Украины по футзалу. Харьков. Играем с Локомотивом. И вот построение перед матчем. Ну и там вызывают игроков, каждого по фамилии. Там мастер спорта, тот. И на середину выбегает. И называют сначала там, я не помню, Локомотив или Хит, ну, неважно. И называют Хит, называют, всех называют, я стою, что-то меня не назвали. И уже там на другую тему диктор переключился. Я думаю, ладно, ну, забыл, может, или что-то не увидел. Ну, я себе на центр побежал там. Приветствие там, это фейерплей, все дела. И потом расходимся ж по своим зонам команд. Подходит ко мне судья и говорит: Макс, а ты не можешь играть. Я говорю: в смысле? Тебя нету в протоколе. Я говорю: да ладно. Да. И уже нельзя было ничего исправить, сделать. Да, поэтому. А как так случилось? Ну, такое стечение обстоятельств. Вот. Не записали в протокол, и я не смог. Ну, тот, кто отвечает за это, не вписал тебе. Ну, так получилось, да. Вот так сложилось, что. Да, такая история была. Да, и я не играл в финале. Он тебе не выставил ничего за это, этот человек?
Не, на самом деле, там, порядочный парень, вот, вот, конечно же, он подошел и извинился, но все может быть в нашей жизни, да. Поэтому, ну, такая история вот была, да, финал, да, со стороны посмотрел, вот так вот, и сейчас про награды спросила, я вспомнил, вот. Медаль есть, но вот поучаствовать именно в финальном, потому что до этого были там четвертьфиналы, полуфиналы, по-другому было часто. Ты даже без какого-то сожаления говоришь. Без этого. Ну, нету никакого сожаления. Ну, как, мне конкретно в тот момент, конечно, мне было не весело. А сейчас, по истечению времени, я по-другому к этому отношусь, но и даже тогда я, ну, понимал, что, во-первых, человек это сделал не специально, это же не то, что он меня там сплавил. Вот так вот сложилось. И я чуть шире смотрю на эту ситуацию. Вот. Как бы отпускаю какие-то вот эти моменты негативные. Если это видео такое же классное, как мой удар, нажимаем на колокольчик, ставим лайк и смотрим дальше интересные видео от канала Сысоевщина. Чего ты еще хочешь достигнуть? В спорте? Ну, я скажу так, вот предыдущие выпуски, которые я смотрел, твои, у тебя был вопрос про разочарование, да? И идя сюда на передачу, я думал, задашь ты мне этот вопрос или не задашь, не знаю, может это дальше, но во всяком случае я хочу затронуть одну тему, это то, что пока я ни разу не играл на чемпионате мира по пляжному футболу. Хотя за всю карьеру я выходил на него 3 раза. 3 раза я выходил и ни разу на нем не участвовал. Хотя, опять-таки, на клубном я на 2 был. И вместе с Фламенго мы становились бронзовыми призерами клубного чемпионата. Но в мечтах остается, вот если брать спортивную жизнь, это сыграть на чемпионате мира и... Хотелось бы получить при этом еще, помимо классных эмоций, переживаний, и результат. А как так получалось? Ты выходил и не играл. Это как? Ну, не то чтобы я отказывался. Первый мой отборочный турнир, который я говорил в 2012 со сборной, дебютный был для меня, мы также вышли на чемпионат мира, тогда был на Таити. В 2013-м на следующий год, тогда тренер меня не взял, Сергей Владимирович. Я, ну, как игрок, мне было интересно, на что мне нужно уделить внимание, чтобы быть в числе тех, кто едет на мир. Я тогда звонил, спрашивал. На тот момент он мне сказал, что ты еще очень молодой, ну, вот в таком ключе. А последующие мы выходили и не ездили, вот, буквально это последние года, вот предыдущие 2 подряд чемпионата мира мы не поехали, потому что чемпионат мира был до полномасштабного в Москве. И сейчас мы не поехали, в феврале был чемпионат мира, мы вышли на него. Он был в Арабских Эмиратах, но там участвовали белорусы, и по этому поводу мы не принимали участие в чемпионате мира. Твое отношение к этому? Мое отношение к этому, что это немножко некорректно по отношению к тем людям, которые достигают результата на международной арене, представляют страну, и имея, наоборот, такую возможность, площадку освещать, я имею в виду спорт, да, и в частности чемпионат мира, освещать то, что происходит у нас, это доносить на как бы весь мир, и с этой позиции отказываться, ну, наверное, это немножко неправильно, это как выглядит на зло маме отморожу себе уши. То есть однозначно это не нормально то, что допускают, да, другие страны, учитывая то, что происходит, да, у нас. Но от этого, получается, пострадали мы, а им, ну, что не приехала Украина, ну, много желающих будет на ваше место. Вот, пожалуйста, там испанцы зашли вместо нас по рейтингу. А так это, опять-таки, никто ж не знал, встретимся мы с ними где-то или нет. Окей, но если мы встретились,
Можно демонстративно там что-то уйти с поля, ну какой-то создать резонанс в прессе, чтобы об этом начали говорить. Вот, ну какая-то шумиха, что-то было как-то. А так, ну, мы не поехали и все. То есть, опять-таки я вспоминаю случай там с Харлан, когда она там не пожала руку. То есть об этом начали говорить что-то. Ну, вот, это возможность как бы об этом заявить в том числе. Ярик, у меня был гостяк, когда здесь тоже заворотный, он тоже говорил, поедем, еще морду им набьем, покажем это все, сделаем резонанс такой, чтобы нас все услышали. Ну, Ярик, да, такой боец. Ну, я сейчас, знаешь, чуть за другие вещи, что спорт это, ну, политика в том числе. И как раз вот тут была возможность тоже со своей стороны там что-то вот донести миру в том числе. Поэтому для нас, как спортсменов, там, тренеров, людей, которые живут этим видом спорта, которые фанатеют, для болельщиков, которые смотрят, приезжают на стадион, там, смотрят по телевизору, по там, другим источникам информационным. То есть для них, конечно, и для нас, конечно, это событие. Оно может быть у тебя раз в жизни. А так как спортивная жизнь, она очень быстротечная, и, скажем, у каждого она имеет свой определенный промежуток. И хотелось бы вот этот промежуток ощутить сполна. И чемпионат мира – это такой апогей каждого спортсмена. Ну, там еще Олимпийские игры, да, взять, но у нас пока пляжный футбол не включен. Поэтому где-то это как обесценивание выглядит всех так стараний, труда. Ну, вот такая история. Рубрика «Пенальти». Три вопроса ты мне, три вопроса тебе я. Окей. Начнем с тебя. Так, подготовил, Димон, тебе пару вопросов. Значит, первый вопрос. Как тебе удается находить такие классные локации для интервью, или ты на проценте? И тут сразу же второй подвопрос, то есть это все в один блок. По каким критериям ты выбираешь гостей для интервью, или все куплено? О локациях. Это, кстати, не просто все так. Чтобы найти локацию, мне нужно было пару дней. Это даже не за эту красивую локацию, а за прошлые. Нужно построить, было, чтобы построить. Да, нужно было пару дней походить, поискать, потому что не так просто в Киеве найти за не все деньги мира локацию. Не так просто. Какой-то зал, где тебе никто не мешает, потому что есть варианты, но мы с тобой сидим, а вот здесь в соседнем столике сидит кто-то и... Вася, подойди сюда, еще 50 налей. Знаешь, вот в этом. Ну, то есть, mm-hmm. А мы же должны отдельно сесть, чтобы никого не было. А это уже какие-то VIP-залы надо. Просто потом формат программы может поменяться. Вообще. Там пойдет говорить Украина или Фреймунд ходит, проверяет. Может, кстати, просмотры еще подпрыгнут больше. Да. Поэтому это не такой простой вариант, кстати, найти было локацию. Вот с этой локацией повезло. Здесь мы принимаем наших уважаемых гостей, когда... Тепленько, и когда можно посидеть здесь не в шубе. Хорошее место. Да, очень красивое. По поводу гостей, уже давным-давно, уже года в программе 4,5 года, а уже года 3-4, может даже 3,5, у меня есть список гостей, которых бы я хотел пригласить, и они... Сначала я просто, есть список, и я вот по нем шел. Это твое год. Личное да, видение, конечно, да. Конечно. То есть есть интерес, вот я хочу того-то. Да. Он все. Большой, он был там... На каком-то этапе он был 100 чем-то человек. Потом он сокращался. По сей день он сокращается. Кто-то по разным причинам. Я убираю с этого списка. Даже не общаюсь с человеком по разным причинам. А очень чаще это когда ребята, тоже такие же варианты есть, когда я ребят приглашаю, кто-то не готов пока. Почему? Потому что... Ну, допустим, много игроков, которые играют сейчас, не буду называть команды, играют на хорошем уровне, давайте назовем так. И они, возможно, что-то хотят рассказать, но не могут, они же пока играют.
играют активно, и играют за не самую слабую команду и не в 85-й лиге Киева. Им вроде есть что рассказать, но пока не могут, потому что они еще играют в этой команде. А возможно, они что-то хотят рассказать за эту команду, за тренеров. Кто-то, возможно, играет за сборную, а он, может, что-то хочет рассказать, а он пока не может рассказать. А может, он, у него есть наболевшее, он хочет поделиться не только хорошим, а и негативным. А как он может рассказать, если он еще там хочет поиграть? Поэтому это все понятно. Мы такие гостей на будущее переносим встречу. Есть гости, которые просто, ну, это не мое, Дима, спасибо за приглашение, просто не мое, я бэкаю, я разговаривать не умею. У меня есть там один футзалист, достаточно хорошем уровне играет, и не только в Украине. Я его, помню, пригласил, он говорит: Дим, с удовольствием смотрю твою программу, пацанов давно не вижу, он там за границей играл, не в Украине. Говорит, не вижу, когда приезжаю, не успеваю даже со всеми увидеться, так хочу, поэтому с помощью твоей программы смотрю, слушаю, смеюсь над ними, над их историями, когда они там вспоминают, где я участвовал. Говорит, но я даже по зуму бэкаю, мэкаю, говорит, я в жизни хреново разговариваю, а еще на камеру это не мое. Говорит, может быть, когда-нибудь через 100 лет. Проходит не 100 лет, проходит 50 лет. Я говорю там, Петя, ну что, давай. Он говорит, ничего не изменилось. Жена говорит, я как бэкал, мэкал, говорит, ничего не изменилось, поэтому, блин, ну, точно не мое. Есть вот такие гости, которые, ну, пока не мое. И там, а есть гости, которые, честно скажу, честно, не потому что я какой-то высокомерный, я там кто-то, что нет. Мне просто это может быть неприятно по-человечески, а которые как-то некрасиво отвечают. Пускай это будет так. Как-то высокомерно. Я этого вообще не понимаю, потому что если бы мы с такими людьми встретились не с предложением сделать интервью, когда я предлагаю рассказать о человеке, а мы бы встретились просто на улице, он бы со мной так не разговаривал, потому что, ну зачем? И вторым, ты не знаешь, чем закончится твоя такая беседа. Скорее всего, не в твою пользу. Повода нету. А здесь как будто, знаешь, я журналист газеты «Огонек» из Левахи приехал, а он чемпион мира. Есть просто ребята, которых я запомнил такие. Чрезмерное высокомерие, я не понял почему. Но одно дело, там Андрей Шевченко приехал, у него все занято, понимаешь? А тут обычные ребята, футзалисты, которые там в сборной не играл, а он почему-то вот так себя ведет. Вот у меня был момент такой в жизни. Я по телефону общался с тренером нашей национальной сборной, Александром Петровичем Костенко. Ты знаешь его, да? Конечно. Интеллигентный человек, уважительное отношение. Мы там с ним первый раз, мы до этого переписывали, а потом короткий разговор у нас про... Интеллигентный человек, интеллигентно общается. Тренер сборной Украины. А тут парниша, который играет просто там, где-то играет, и я должен подстроиться, я должен поехать, он скажет... К чему я говорю? И у меня тут появляется очень много красных кружочков. Такие, знаешь, как это? Знак стоп. Ты автомобилист? Права есть. Да. Знак стоп такой. Вот у меня появляются вот эти кружочки. Этот список, он очень-очень-очень быстро вот уходит с этими красными кружочками. Вот. А сам список вот гостей, смотри, очень все просто, если тоже кому-то интересно. Вот сегодня у меня в гостях ты. Я же не могу на следующий выпуск позвать, пригласить Ваню Глуцкого, который тоже играет в пляжный футбол. Чего можешь? Ванчик очень разносторонний. Не, я объясняю, почему я не могу вот так... Понял, ты подстраиваешь под формат, чтобы было интересно зрителям, чтобы не было подряд... Одинаково, да. Чтобы не ну, было. Ну, я об этом же. Потому что плюс-минус Ваня может рассказать... Плюс-минус. Нет, похоже... ты что, это я тысяча пример. Одна история, и все так интересно, он вообще в этом... Мастер, это такая рекламка была. Или я не. Я знаю. Не буду я Ване говорить дальше. Он крут. Или Сереж Тимошенко со скидки. Ну, вы со скидки. Ну, у вас тоже плюс-минус какие-то вопросы там об Олеге могу задать, там о скидке. Я понимаю, Дима. Разнообразие. Все равно оно будет по-разному, да. Но
Футзал, суть понятна. Пляжный, большой, разные люди, разные характеры, разные истории, разные команды. Uh-huh. И вот это вот все я в течение какого-то времени, uh-huh. знаешь, как вот это, на компьютере вот эти невидимые планшеты, и я это все... И у меня есть какой-то список. Я стараюсь по нему, не всегда это получается, потому что у меня в гостях был Андрей Воробей, легенда украинского футбола, Шахтера, Рустам Худжамов, легенда украинского футбола, вратарь, сборной Украины сейчас тренер вратарей. Я вам скажу, по времени я столько не договаривался, как с Максимом. Столько, сколько мы с Максимом договариваемся встретиться. Пока доехал. Ну, уже лет 7, наверное. Я с ними столько не договаривался. Ну, накинул, по-моему, парочку. Бывает, что Максим должен... Я хотел его видеть у себя в гостях там год назад, например, да? А получилось только сегодня. И вот так вот он просто... Процесс постоянный, да. Это постоянно. Формирование. Мой один вопрос. Здесь написано у меня 4, но я их сейчас в один постараюсь. Мне просто это реально интересно. Если это кому-то не очень интересно, извините, я просто хочу... Вот у меня тренер по фитнесу. Я хочу задать этот вопрос, оно мне наболевшее. Ну, давай. Попытаюсь как-то все в одно. Так как ты тренер по фитнесу, ты, это же не только тренажеры фитнес. Это не только тренажеры, это и питание. Это все вместе. Это все вместе. У меня есть мой наболевший вопрос. Вот. Тебе приходят... Я к тебе прихожу. Вот приходит парень Дим. Говорит: Максим, привет. Смотри, у меня есть проблема. У меня есть лишние килограммы с животик, бока. Если к тебе придут тренироваться просто, я их смогу убрать? Или мне для этого нужно поправить питание? Ты говоришь: друг, это все вместе. Так не бывает. Что такое? Вкратце, без углеводов нужно индексы, это все тяжелые слова. Вот если простыми словами. Правильное питание для тебя, какое, я так понимаю, ты ведешь. Это первый вопрос. Угу. Человеку, который хочет скинуть. Угу. Второй вопрос. Угу. В день игр, вот ты участвовал в турнире, ты говоришь, тебя приглашали, однодневный турнир. Как ты, а ты за правильное питание, я думаю, даже в этот день, когда тяжело, ты, наверное, берешь с собой судочки, что-то мне так подсказывает. По-разному. Как правильно и полезно провести игровой день, когда у тебя там 2, возможно, даже 3 игры в день, и правильно питаться утром, днем, вечером. А у тебя игры с утра до вечера. Ну, первое, чтобы вкратце ты сказал, значит, однозначно это пазлы одной картины, то, что ты назвал, если ты хочешь результат по коррекции веса в ту или иную сторону, это первое, это питание, только потом это уже там тренировки, водный баланс, режим дня, то есть на отдыха, нагрузок. По весу на первый план, если это идет, тебе нужно сбросить вес, то, ну, первое, это дефицит калорий, то есть ты будешь там тренироваться, но при этом наедать сверх нормы своей колораж, то, соответственно, ты, конечно же, будешь набирать вес. Поэтому, знаешь, ножом и ложкой мы роем себе могилу, есть такое выражение. Это о том, что питание – это очень, скажем, влиятельное на наше самочувствие сектор влиятельный. Поэтому с него стоит начать пересмотреть. Вот первое — это убрать лишние вещи. Лишнее, что я имею в виду, это там газированные напитки, особенно там какие-то подслащенные, там еду, которую долго можно хранить, там упакованная. Вот сначала с этого хотя бы начать. Ну а потом уже, может, не в рамках программы, более подробно я тебе там по продуктам колоражу могу там рассказать. Плюс добавить к этому, уже сказал, тренировки и все остальное. Это все в комплексе и даст свой результат. Соответственно, нужно на это время, потому что, ну, вода дробит камень не, скажем, не силой ударения, а частотой падения. Поэтому для результата, если делать вещи последовательно, скажем так, систематично, долго, то со временем это даст свои плоды. А второй вопрос, напомни. Питание в день игры. В день игры. Ну, у меня питание преимущественно это как бы
большую часть углеводы занимают сложные. То есть это различные там крупы, мне нравятся. И в день игры, если у меня несколько игр, то я могу взять себе там разные батончики. Сейчас есть без сахара, тоже такие, где у меня нет возможности, скажем, делать большие паузы между играми пищевыми. То есть я могу себе вот замещать там приемы еды вот ими. Они такие функциональные, то есть там все есть для того, чтобы дать энергию организму, при этом не затрачивая колоссальные там усилия самого организма на пищеварение, то есть легкие. Ну, тот, кто в спорте, опять-таки, он уверен в том, что интересуются ребята, и всегда там кто-то может какие-то спортивные там питания брать, вот эти вещи. Ну, каждому свое. И понятие вообще правильности, ты говоришь, правильное питание, у каждого оно может быть тоже свое, потому что все мы разные, все мы там индивидуальны. Есть какие-то базовые вещи, которые могут всем подходить, но дальше, опять-таки, это уже все относительно. Поэтому тут стоит подбирать под себя и под свои там пристрастия и привычки. За более подробной консультацией номер оставлю. Твой второй. Окей. Звучит так. В какой команде Киева по футзалу ты видишь себя, если взять идеальные условия, когда ты соответствуешь командам высшей лиги? Ну, вот пофантазируем. Вот ты соответствуешь высшей лиге, твоя команда, где ты хотел бы играть? В скидке. Олег, на карандаше. Олег, тренер. Я знаю, что я не очень удачно сыграл эту тренировку. Провел ее не очень сильно, хотя я один из немногих, кто забил гол на одном из упражнений. Этот момент какой, Димон, что у тебя есть шанс реабилитироваться после той полосы, что была. Потому что тут можешь с этого заходить, с козырей. Говорить, что я уже все обдумал, теперь знаю, как, какой дать толчок, вайб. То есть, может, от этого. Ну, мне просто интересно было, вот, чем ты руководствуешься. Может, потому что ты не был в остальных еще командах, не знаю. Но можешь сказать, или это стиль этой игры, или, может, какие-то другие факторы. Или, может, ты взял больше интервью у этих ребят с команды, ну, с команды, которые... Смотри, ты сейчас этот задал вопрос, а не только у тебя есть хейтеры, у меня они тоже есть. В смысле, понятное дело, а как без них, это же да. И все... нормальные вещи. Ну, я вместе с ними, кстати, тоже посмеюсь, потому что понятно, что где я, где высшая лига. Ну, смотри, сейчас чувствую, предложения могут после интервью пойти. Я открыт предложением, сейчас залечу свое колено еще месяц, и я готов... Блин, это ты зря сказал. Что, залечу колено? Ну ладно, говори уже все. Нет, слушай, знаешь, сколько я лечил эти колена и возвращался, как огурчик новый вообще без пытаний. Набирал форму и сильнее становился. Так что, когда говорят, знаешь, возвращайся сильнее, это, кстати, не пустые слова. Не знаю, как у кого, а я вот зажигаю, наоборот, я приду, я сейчас помогу, я сейчас вдвойне все сделаю. У меня вот так вот работает всегда. Я вот сейчас жду, ты что, я сейчас еще больше тренироваться, еще. Я не чувствую, что мне 39. Я вообще не чувствую. Мне сейчас 30-ка, это потолок. И это, я говорю, не для я красивого слова. А? Я так и думал. Ну, серьезно. Я вообще не чувствую своих лет. Вообще. Я играю по 3 игры. Бывает по 4 один раз играл. Ну, я понятно, слушай, я не спал. Ну, классно, когда есть желание, да, такое, мотивация. Сумма, я хочу, и мне этого мало. Пацаны не хотят. И у меня ребята 25 лет, они говорят, 2 игры? Нет. Нет. Я говорю, в смысле? Ну, вы же молодые. Как нет? Как нет? Да в свое время там, я не знаю, со двора туда-сюда. Я сейчас по 4 игры, и да, уже на четвертую сил нету, уже плюс 11 на 11. Но у меня желание куча в 39. Как у вас 25 нет желания? Как это 2 игры много? Поэтому предложение, пожалуйста, готовьте. Для меня очень важна атмосфера в команде. Очень важна. Очень важна. И доверие тренера. Если одного счета нету, некомфортно. А если некомфортно, коллектив же может быть не очень, понимаешь? Это тоже влияет.
Ну, есть, наверное, ребята, их немало, которые им фиолетово коллектив. Я пришел играть, а коллектив, я оттренируюсь, сумочка, домой, пока-пока. Я ни с кем не общаюсь, на третий тайм не хожу. Таких вариантов тоже мы с тобой знаем немало. Это не значит, что мне обязательно нужен третий тайм. Нет, но какая-то дружественная атмосфера. В скидке я чувствовал эту дружбу. Не потому, что я был в скидке, мне нужно сейчас так говорить. А у вас поддержка. Я понимаю, что это я был, и там где-то момент какого-то там шоу. Но все равно я чувствовал, в первую очередь, от тебя поддержку. От ребят там тоже, я помню, были какие-то упражнения. Я не понимаю, они там, Димон, ничего, давай. Я знаю истории, где даже такие нюансы не во всех командах. Причем на вашем уровне высшей лиги. Не буду называть команды, но я знаю, ребят, истории, когда я играю, но есть вопросы в команде. Для меня очень это важно, поэтому, пожалуйста, телефон сейчас слышишь. Принято. Не знаю. Задам вопрос, а ты уже сам расскажи. Возможно, это будет очень долгий ответ, возможно, быстро, не знаю. Так как ты достаточно хорошо знаешь пляжный футбол Украины, подноготные его наверняка знаешь, разные, и хорошие, и плохие. По твоему мнению, на сегодняшний день, какие существуют, о хорошем понятно, мы это все видим, что-то хорошее, проблемы нашего украинского пляжного футбола, чемпионаты, количество команд, которые участвуют в этом чемпионате, условия проведения, финансовые моменты, вот вкупе этого всего. Что происходит с нашим пляжным футболом, если даже, я прав, или можешь меня подправить, что даже игроки сборной Украины по пляжному футболу, игроки сборной Украины по пляжному футболу не получают за это ни копейки, а многие еще и тратят свои деньги, чтобы подготовиться к этому. Ну, зарплат у нас нет, так скажу, пока. Ну, в принципе, все, что ты назвал, оно одно подразумевает другое. И там ни для кого не секрет, что финансирование – это момент, он актуален. То есть простой пример. Мы в прошлом году начинали там подготовку с января месяца. В манеже тренировались, параллельно мы тренировались еще в зале, играли там в зале. У нас была подготовка к сезону пляжному, это там отборочный турнир на чемпионат мира, это европейские игры, там Евролига, ну, как планировалось. Поэтому сезон планировался насыщенным и, соответственно, подготовка была. Мы за это не получали никаких денег, то есть мы приезжали и свое время, то есть тратили усилия. Ну, знаешь, я в такие моменты всегда, вот мне нравится выражение Виктора Франкла, это австрийского психолога, который прошел концлагеря, и в своих вот работах он делится, ну, тем, что ему помогало вот в таких условиях вот выживать, ну, мотивация, да, какая. И в своих книгах он приводит пример, фразу Ницше, которая звучит: если у человека есть зачем, то он выдержит почти любое как. То есть если есть высокая цель, то какие-то вот трудности, они по-другому воспринимаются. И это как раз то, что вот нас объединяет, то, что вот собран коллектив, который уже на протяжении там долгих лет там есть, там до нас были там другие ребята, которые просто живут этим, любят этот вид спорта, хотят вот что-то достичь в нем. При этом никто же не отказывается, да, там от каких-то этих моментов. И наоборот, я считаю, что если есть какие-то высокие требования, высокие цели, то соответствующие условия нужно создавать для этого. Но на данный момент реалии таковы, что, ну, пока это остается вот, скажем, в мечтах, не знаю, в иллюзиях, но вот, из положительных моментов это то, что есть возможность, вот, появились возможности там на сборы ездить,
играть в товарищеские игры. То есть вот это да, это плюс большой, колоссальный, но по большому счету это вот энтузиазм, альтруизм, не знаю, вот такие вот слова, любовь к спорту, это, скажем, партнерство вот, с ребятами, да, какие-то вот общие такие переживания, общая цель, как я уже сказал. Вот это то, что объединяет, и на этом фокус держится, и где-то, может, в иллюзиях надеешься, что, хотя, наверное, не надеешься, будет, будет, не будет, ну, что вот. Так как я говорил, что есть определенный промежуток времени, где ты можешь вот эти эмоции там получить, прожить, и вот хочется ощутить это вот сполна. Поэтому этим и руководствуешься. Но вопрос финансирования, он актуален, и с него многое начинается, потому что даже сделать там стадион или сделать условия для того, чтобы приезжали там футболисты, тренировались, там, для этого нужны материальные как бы моменты, а инфраструктура, то есть, ну, сейчас появились манежи, да, но они, может, больше используются для волейбола. Привлечь вот в зимний период пляжные команды не так легко, потому что параллельно идет футзал, а многие те, кто в футзал играет, играют там в пляжный футбол. И для того, чтобы круглый год играли только в пляжный футбол, это, соответственно, должен быть совсем другой уровень. Ну, в том плане, что если это круглогодичная команда по пляжному, то ну, надо, чтобы она с кем-то там играла или тренировалась, или как-то вот находить вот такие условия. Ну, Киев – это центр пляжного футбола. А сейчас, когда война в стране, ну, соответственно, как ты притянешь команды из других городов? Где, ну, до этого не так легко было, а сейчас. Хотя вот последний чемпионат Украины, ну, приезжали из региона, из других команд, но опять, это под чемпионат Украины на недельку собраться, ну до этого они свои внутренние играют, но все равно хотелось бы в идеале, когда это там этапы, какие-то разъезды, популяризация, вот многие люди могут просто не знать о существовании этого вида спорта у нас, допустим, да, но увидев его, им он может понравиться с первого взгляда, да, просто что нету того освещения вот в массы. Ну, понятно, сейчас мы говорим в то время, когда, наверное, еще сложнее это делать. Но, тем не менее, если мы немножко так отойдем, то финансирование, привлечение, скажем, регионов, распространение в медиа, освещение в медиа, больше людей, чтобы узнавало, привлечение, может, звезд разных спортивных шоу-бизнеса, то есть как инструмент привлечения внимания людей к этому виду спорта. Вот, может, хотя бы с этого начать. Ты же знаком, наверное, и общаешься. Ты язык, ну, знаешь? Еще извини, что перебил. Я вот по вопросам проблемным, то хотел бы сказать, что еще момент такой, что отсутствие коммуникации вот, с руководством между игроками, это тоже как бы вносит, скажем, такие, ну, когда она есть, это круто, когда ее нету, то есть тоже футболисты могут не понимать многих процессов, и тут важно как бы держать эту нить. Ну, чтобы было понимание, что... Руководство – это кого ты имеешь в виду? Ну, я беру саму структуру руководителя там, пляжного футбола, кто сейчас ответственен. То есть есть сборная страны, есть руководство, есть там игры сборной, когда там сборная готовится. И, соответственно, там, после турниров, до турниров, коммуникация с ребятами. То есть это важная составляющая жизни этого вида спорта, в том числе. Потому что мы, по большому счету, все об одном. Просто каждый на своем уровне решает какие-то свои задачи. Но в целом это все об одном. И... Ты знаешь языки какие-то? Ну, я знаю
немного английский на базовом уровне, который мне помогает, когда я приезжаю в другие команды или в другие страны, общаться на те темы, которые... То есть ты можешь общаться с иностранцами? Могу, да. Общаешься? Да. У них условия совершенно другие в пляжном футболе? Ну, смотря с кем мы сравниваем. Опять-таки, да, есть команды, сборные, имею в виду, когда ты приезжаешь, там полный стадион, людей собирается, атмосфера, там после игры автограф-сессия, они там как звезды, ну не как, а звезды, то есть там ТВ, интервью, то есть трансляции по каналам, ну круто, круто. Я сейчас не говорю о каком-то тщеславии, типа, ну, типа мы там носы задрали, вот такие, вот смотрите. Нет, это наоборот, и людям интересно, и футболисты, когда играют при такой атмосфере, во всем этом находятся, ну, это же, соответственно, совсем другие вибрации. Поэтому отношение, оно определяющее. Вот внимание, интерес к этому виду спорта. Вот. Главное финансирование. Ну, я скажу, что это важная составляющая для этого. То есть, ну, опять-таки, ну, занимаешься ты каким-то проектом. Тебе для того, чтобы что-то создать, тебе ж нужно откуда-то это, что-то как-то сделать, купить, не знаю, организовать, на это нужны условия. Если это можно сделать без этого, пускай кто-то поделится. Но вот тренируется, приходит игрок, тратит, там, игрок, тренер, тренерский штаб, там они тратят свое время, там усилия, все остальное. То есть, если есть обратная связь, то, конечно, и можно требовать результат какой-то, а не так, что мы там бьем себя в грудь и там, пытаемся вот таким вот образом. Да, какой-то период это может быть, но если рассматривать долгосрочную перспективу, ну конкурировать с топами, и все время находиться вот на вершине, ну, для этого должно быть соответствующая вот почва. Мало пляжных команд в Украине по причине того, что мало кто хочет в него играть, простыми словами? Я думаю, что привлечь игрока сейчас в пляжный футбол тоже не так просто. Почему? Здесь, ну, во-первых, нету тех денег, вот если мы возьмем вот наш случай, которые могли быть интересны, там, допустим, молодым игрокам, которые там смотрят и сравнивают, там, в большом футболе, возможно, другие суммы. Это один момент. Второй момент – это то, что игрок будет играть в пляжный футбол, если он его действительно любит. Вот он любит, ему нравится эта игра, он готов в ней, скажем, развиваться, жить этим. Вот это первое, с чего все начинается. Вот если это так, тогда он может вырасти вот в мастера по пляжному футболу. А там уже дальше жизнь подскажет. Ну и я же говорю, популяризация вида спорта тоже многое имеет значение. Да, есть сейчас детские турниры, вот проводятся. Ну, классно, что это все появляется. Но оставить вот игрока в пляжном, учитывая вот это все, то, что мы сейчас проговорили, то есть это сезонный вид спорта, и игрок понимает, ага, я подписал там контракт в большом футболе, и у меня там круглый год есть, вот я знаю, на что рассчитывать, а тут я поиграл 3-4 месяца, да, если ты там пока еще не игрок, которого приглашают куда-то, а сейчас, в принципе, ты особо не поездишь куда-то, ну, то есть уже может по-другому. Или он может рассматривать это как хобби, там, немножко развлечься, там, играет, есть пауза, там, на песочке подвигаюсь. То есть это зависит от мотива человека в том числе. Поэтому вот так оно и получается сейчас. Твой третий, завершающий. Мы еще вопросы задаем, я уже думал. Если бы у тебя была возможность взглянуть в будущее и увидеть одно только событие, на что бы ты хотел посмотреть?
Ничего себе вопрос. Вот такая ответка, Дима. В стиле Максима, да. Если бы у меня была возможность заглянуть в будущее и одно какое-то событие, конечно же, я бы хотел узнать, возьмет ли тренер скидки меня все-таки в скидку и заиграю ли я в высшей лиге. Ну, то есть, получается, ты видишь себя как игрок скидки. Вот. Конечно, конечно. А если серьезно, то я думаю, ты знаешь, мне кажется, большинство сейчас ответит. Тот, кто живет не только спортом, а просто живет, мне кажется, любой бы сейчас хотел бы заглянуть поскорее бы туда, посмотреть, чем, даже не чем, а где закончит главная мразь нашей планеты Земля на сегодняшний день. Где он закончен, чем он закончит и когда закончится уже эта война. Мне кажется, на сегодняшний день это самый актуальный вопрос для страны Украины, мне кажется, и для любого гражданина нашей страны. Мне так кажется. Потому что сколько оно дверей закрыло для всех. Сколько эта война закрыла дверей для всех. Для спортсменов, для артистов, для обычных людей. Я вообще молчу там о трагических историях, а просто даже вот жить. Поэтому я бы хотел заглянуть и увидеть, что будет наперед и когда это будет. Можно было бы спрогнозировать как-то свою жизнь. Вот ты недавно упомянул о том, что ты не тренируешь, ну, Скорлеона история, непонятно, что будет через месяц, через два. Так это история одного человека с одной командой, мы не можем планы строить 2-3 месяца. Что говорить о глобальном? Я знаю, что есть много людей, которые на год-два вперед, они уже там стратегии. Ну, возможно, это классно, правильно, я так не могу и не понимаю, как это. Мы, 18 число, скоро закон мобилизации, мы через месяц-два можем оказаться на фронте. Как можно строить какой-то год-два, я вообще не понимаю. Ну, здесь вопрос в том, что какое событие вот, ты хотел бы увидеть вот в этом, опиши это событие. Ну, не знаю, страна, вот, мирное время, пляжный футбол, много стадионов, страна... люди. Наша нянька Украина побеждает не до страну, с ее не до человеком, с этим животным во главе. То, что будет с этой страной, мне вообще не интересно. Главное, чтобы нас не трогали они. Ты же тоже следишь за этим всем, и ты же тоже понимаешь, что после даже победы нашей не так все просто будет у нас в стране. Начнет дележка власти, герои наши повозвращаются. А там истории тоже с психикой у людей по-разному. Не так все будет просто. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы поскорее выиграли. Поскорее. Это ждет каждый нормальный, адекватный гражданин страны Украины. И чтобы вот эти перетрубации, которые нас ждут, они будут непростые во многих сферах, чтобы они поскорее закончились. Чтобы мы смогли жить нормальной жизнью, чтобы наше правительство, я отвечаю тебе, вот раньше меня спросили политики, какая бы там вообще фиолетово, многие, особенно там молодой пацан, какие политики, а мне искренне этого так хочется, потому что, знаешь, я как немец, я чем старше, тем больше мне хочется, там мне в юности ничего, кроме футбола и девушек, ничего не хотелось, ничего. Я жил с удовольствием там, до какого-то возраста, пока семья не появилась. А чем старше, тем больше я хочу развиваться. Там ничего не надо будет. А после 30, там, 2, 3, 5, я наоборот. Я хочу то. Я хочу пойти туда, хочу научиться этому. У меня просто какое-то второе дыхание открылось. И чем старше я, тем больше оно мне открывается. И мне хотелось, чтобы был покой. И чтобы мы могли развиваться, жить нормальной жизнью, как живет сейчас вот мир, которые даже многие не слышат, что у нас здесь война идет. Они живут. А для нас это сейчас какая страшная история. Мы 2 года назад, еще там 2,5, жили, об этом вообще не понимали, знали, что у нас на Донбассе там все этот ужас происходит. Но будем честными, глобально там в Киеве, там в каких-то других городах знаем, но живем своей жизнью, строим свою жизнь. Вот мне хочется, чтобы был покой и мир, и каждый человек в нашей стране мог нормально строить свое будущее, думать о чем-то, развиваться. И я лично за себя хочется развиваться, потому что мне тоже эти мрази закрыли какие-то двери. Двери не в спорте, а в другом направлении, в котором я начал двигаться. И могло быть все очень здорово. Там тоже просто резко вот так оборвали. У многих людей свои истории. Мне бы хотелось заглянуть в будущее и увидеть,
как мы побеждаем, когда это все закончится и когда все наладится. Для меня вот этот вопрос, как и для многих людей на сегодняшний день в нашей стране, меня очень волнует. А там будет и футбол, и скидки, и все на свете. Третий мой заключительный вопрос будет по поводу такой команды, как бразильская команда по пляжному футболу, знаменитым названием «Фламенго». Расскажи про этот период своего пребывания там, что-то нам вот интересное, чем можешь поделиться. Это был 2019 год, клубный чемпионат мира зимой. А у нас как раз это был самый разгар экстралига. Я играл за НБФ тогда. И мне на телефон приходит сообщение, что вот так и так, мы там представители команды «Фламенго», вот хотим тебя видеть на клубном чемпионате мира в составе нашей команды. И так было немножко неожиданно, но приятно, так удивлен. Думаю, у нас сейчас зал, мне звонят на пляжный ехать за «Фламенго», ну, с другой стороны, это круто. Да, договорился с руководством НДВ, чтобы в этот промежуток времени они отпустили меня на период чемпионата мира, потому что параллельно были игры экстра-лиги, за что огромная благодарность им, всегда навстречу шли. Ну, что сказать, говорят, футбол Бразилии – это религия, так оно и есть, это, ну, они другие, то есть быт, футбол отличаются, ну, существенно. Я помню, первая игра, мы играли со «Спартаком» московским, мы проиграли эту игру, и заходит в автобус Андраде, говорит: «Так, ребят, чтобы я сейчас никого не видел, с опущенными глазами, выше голову подняли, то есть никаких тут расстройств, грусти нету, то есть двигаемся дальше, да, там, может, что-то не получалось, это такое дело, но все вместе продолжаем». По приезду в отель, обычно это была какие-то восстановительные процедуры, сразу мы могли либо в фитнес-зал идти, там заминка, упражнения делали, либо заминка могла быть в бассейне, тоже определенные упражнения в бассейне, и потом в концовочке такая тема, как задержка дыхания, все окунаются под воду, и кто первый выныривает, тот там отжимается или еще что-то такое по фану. После там ужин и через время восстановительные процедуры. Там два физиотерапевта к тебе подходят, там спрашивают: «Так, что нужно, там это, то есть, пожалуйста, там после дороги, после игр, все, что там необходимо, говори». Дальше просмотр игры и отдых. На следующий день перед игрой у нас установка, просмотр основных моментов по сопернику. То есть там стандарты по персоналиям, на что обратить внимание по построению игры. И вплоть до того, что куда там игроки команды соперников пробивают пенальти. То есть это нарезка с предыдущих игр. И кто куда бьет, тоже такой интересный момент. На игру приезжаем, и ощущение, как будто, ну, ты на карнавале. А не сейчас игра у тебя на чемпионате мира. То есть они раскрепощены, наверное, максимально. Они там музыка, ставят стол в раздевалке. Тэкбол еще тогда так популярен не был. Он был как вид спорта, но сейчас он уже там, европейские игры и там чемпионаты мира очень популярен. А они тогда ставили стол и тоже вот играли перед этой игрой в тэкбол. Музыка, все, атмосфера, огонь. Потом наступает такой момент, все там, оп, какое-то время до начала, все переключаются, каждый там готовится, делает то, что ему нужно в спокойной обстановке. И перед игрой становимся все в круг. Капитан, лидеры команды говорят слова. После этого общая молитва у них происходит.
И после этого начинается такая песня, такая энергичная, эмоциональная. Ты, может, все слова или вообще слова не понимаешь, но сама вот эта энергетика, она очень круто ощущается. И это действительно такой вот заряд, всплеск, ну вот установка в том виде, в котором она была. Знаешь, саккумулировать все, направить вот в игру, выйти таким заряженным, то это как раз вот тот случай. Классное время, другой менталитет. Ты теперь понимаешь, почему они так раскрепощенно чувствуют себя на площадке, потому что для них это в первую очередь игра. Даже вот самый высокий уровень, то есть когда степень ответственности, да, казалось бы, но при этом соблюдать вот эту раскрепощенность, это важно, этому стоит учиться, и у них это хорошо получается. И это проявляется в игре, да, вот насколько мастерство сочетается с вот этой раскрепощенностью, но в то же время ответственностью. То есть я не говорю сейчас о каких-то там вальяжных моментах. И это то, что, знаешь, то, чему можно у них полезного взять в том числе. Поэтому я рад, что такой опыт был, посмотреть вот изнутри на те моменты, как они общаются. Кстати, ужин, обед, там завтрак, все без телефона, друг с другом общаются, и там, если кто-то поел, он сразу не уходит, ждем всех, вот после все вместе вышли. Ну вот такие, может, кажется, детали, но нюансы, но они многое показывают. Поэтому я очень рад, что благодаря пляжному футболу, что есть возможность за короткий промежуток времени вот побывать в разных там чемпионатах, командах, где ты можешь посмотреть, как что строится, как принято, какие ценности, какие там видения игры или что происходит в быту в том или ином коллективе, и вот взять для себя то, что тебе ближе, то, что тебе резонирует. Поэтому так. Фото и видео есть? Да, есть, кстати, фото, видео, как раз вот перед матчем, там, эти все процессы. Посмотрим. Pega confiança e não fazer doido. Entendeu, Pio? Entrou confiança. Foda-se. Lá tá, a gente vai segurar. Tá eu lá, tá o Matheus, já tem cor. Eu vou dar aqui. Faz a diferença comigo pra frente. Beleza? Era jogo grande, jogo que a gente gosta de jogar, hein? Nossos objetivos tem que entrar dentro de quadra, dentro de campo com a gente. Arena. Espetacular. Estádio. Atmosfera? Incrível! Incrível! Camisa! Incrível! Jogadores? Incríveis! Treino? Incrível, compadre! Agora é a hora da gente fazer lá dentro ser incrível, ser espetáculo. De olharem pra gente com um olho desse tamanho. Todos os lugares da quadra nós vamos estar. Dobrando marcação, indo no goleiro, indo no ar e dobrar. Tá? Step, here, your country. Your family there. Your son. Ok? Strong, guys. Forte. Muito forte. É o jogo que a gente queria. Não atravessamos o Oceano Atlântico pra ficar aqui agora de bobeira e acabou. Acabou porra nenhuma. Não vai acabar. Não vai. Gustavinho, Alejandro, divirtam-se. Voitok, you don't stay inside, but outside you play here. Ok? Together, my friend, together! Ok, guys? Vamos! 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 Galera, agradecer a Deus aí, que sem ele nós não chegaríamos nem aqui. Se o nosso Deus, nosso Pai, entramos agora na sua presença, meu Deus, para te agradecer por mais um dia, meu Deus. Te entregamos a nossa vida em suas mãos, meu Deus. Que nada de mal tenha acontecido conosco nem com nossos adversários, meu Pai. Que a Tua vontade seja feita, meu Deus. Que o Senhor guie, meu Deus, a gente nessa partida, meu Deus.
que a tua vontade seja feita, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. А вы, если хотите поиграть в других странах, с другим менталитетом, с другими традициями, на разных континентах нашего мира, нашей планеты, занимайтесь пляжным футболом, и у вас будет такая возможность. Ну и не только пляжным. Спорт, в принципе, способствует этому. По традиции конкурс. Сегодня у нас приз от Максима. Вот такая вот его футболка сборной Украины. А вопрос будет звучать так. Какие ассоциации у вас вызывает Максим Войток как личность или как спортсмен? Самый оригинальный, прикольный, нестандартный, какой-то классный ответ мы с Максимом выберем. И это будет победитель этой футболки. Участвуйте. Поэтому я тебе задам последний вопрос. Твои главные достижения в пляжном футболе, в футзале, неважно, в спорте, то, чем ты занимаешься профессионально. Это не обязательно будут кубки и медали. Вот в твоем понимании, какие твои жизни главные достижения в спорте? Ну, основное я назову то, что достижение заниматься тем, что тебе нравится, то, из чего ты вот черпаешь вдохновение, то, что это дарит тебе эмоции, переживания, возможность путешествовать, встречать людей, просто открывать что-то для себя новое. Плюс к этому приятные эмоции, бонусы в виде побед, медалей, кубков. Люди, которые окружают, это, наверное, наивысший бонус из всего, потому что очень приятно слышать обратную связь, что это кому-то приносит какие-то эмоции, может дарить какую-то радость, может что-то еще. Знаешь, но само понимание того, что все не зря и это кого-то нужно, оно очень вдохновляет. Поэтому я выделил этот момент. У нас игра в Сысоевщи. Максим, тебе надо выбрать один из вариантов, который ты нам исполнишь. И сделать, возможно, сейчас, возможно, потом. Пожалуйста, тяни вариант. Я в начале передачи говорил, что азарт, экстрим. Пожалуйста, придержи. Тут все по-божески. Да? Да. Окей, давай пробовать. Ну что ж. Спеть. Сейчас споет. Выступает народный артист Украины в составе киевской скидки и пляжного украинского футбола. Максим Войток, пожалуйста. Рубинове проміння сонця зорі бореться із тінню високо вгорі. Зводься вище неба брат і сестра. Догорить багаття вечірня пора. Радуйся молоту в сильній руці. Водоспад, молодість в світлій ріці, бий барабан, бам, бам, барикади, брати, тут, там, воїни світла, воїни добра, тьма ворожа підла, дорога стара, воїни добра, воїни світла, Джарастафарай. Вже зоря розквітла, дай-дай. Хорош, хорош.